Усиленные меры безопасности в Астрахани и области продолжают действовать. В связи с терактом в Волгограде на территории нашего региона с 29 декабря 2013 года введены повышенные меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты жизнеобеспечения и массового скопления людей. Так, наряды полиции закреплены за всеми крупными торгово-развлекательными комплексами, медицинскими учреждениями и объектами транспортной инфраструктуры. Ограничен доступ на железнодорожный вокзал. Усилен также контроль в международном аэропорту Астрахани. Дополнительные патрули вневедомственной охраны выставлены на газоперерабатывающем комплексе. В оперативных действиях задействованы сотрудники транспортной полиции, бойцы ОМОНа и военнослужащие внутренних войск МВД России. Также в оперативно-профилактических мероприятиях задействован Центр кинологической службы. Всего к охране общественного порядка привлечено более 1700 сотрудников органов внутренних дел. Используются спецавтомобили «Тигр». Пока еще у нас действует усиленный вариант несения службы, который, может быть, впоследствии будет снят уже по обстановке. Огромное спасибо, уже не раз мы говорили гражданам, которые проявляли бдительность, звонили на телефон 02-112, сообщали о подозрительных предметах, сумках брошенных, коробках брошенных, сообщали о подозрительных машинах.